Політична криза в Молдові. Вчора, 20 січня, біля парламенту Молдови почалися зіткнення поміж протестувальниками та поліцією. Протестувальники виступали проти призначення нового прем'єра Павла Філіпа та за дострокові вибори парламенту. Ввечері, як повідомляли ЗМІ, люди звільнили парламент, але були поранені серед поліції та серед протестувальників. За декілька секунд з нами на скайп-зв'язку буде Марія Левченко, журналістка, з якою ми поговоримо про те, що зараз відбувається в столиці Молдови і яка зараз ситуація на вулицях міста. Марія, ви слышите нас? Добрый вечер, да, я вас слышу. Здравствуйте. Первый вопрос. Скажите, что сегодня происходило возле парламента? Сегодня возобновили, сегодня утром в 10 часов утра, по молдавскому, а значит и по киевскому времени, возобновились акции протеста. Примечательно, они стали знаковыми тем, что на этот раз колонны митингующих возглавили лидеры как пророссийской, так и проевропейской оппозиции. Они отказались от своих партийных флагов, люди вышли на улицы столицы под знаменами исключительно Республики Молдова. Изредка можно увидеть также флаги Европейского Союза. Но вот это стало, наверное, основной новостью сегодняшнего дня. Лидеры оппозиции, вне зависимости от своих политических взглядов, объединили усилия. Они сегодня маршем прошлись по центральным улицам Кишинева, митинговали в том числе у здания Молтелекома. Это государственное предприятие, кроме разных прочих услуг, предоставляет кабельным операторам, предоставляет услуги кабельного телевидения. Накануне пропал сигнал оппозиционного телеканала «Журнал ТВ», который, собственно, и поддерживает, а также транслирует в режиме реального времени протесты, которые проводят оппозиция. Так вот, сегодня митингующие скандировали у Молтелекома «Адио Молтелеком», что значит «прощай Молтелеком», и требовали вернуть сигнал обратно. Сейчас проходит встреча лидеров оппозиции. Это Андрей Настасий, лидер платформы «Достоинство и правда», Рената Усатый, лидер нашей партии, а также социалист Игорь Дадон. Они встретились со спикером Адриано Канду. По их ранним заявлениям, для того чтобы передать их императивные требования о распуске парламента и назначении даты досрочных выборов. Но мы не знаем, чем содержание этой встречи, потому что журналистов на нее не пустили. Она вот сейчас как раз в эти минуты проходит. Мария, вы вчера писали в социальных сетях о том, что эта революция локализирована именно зданием парламента и что в обществе вы не почувствовали большого резонанса. Так ли это сегодня или что-то изменилось? Как вам кажется, реагируют граждане? Ну, не то чтобы в обществе нет резонанса, дело в том, что каждый продолжает жить своей жизнью. Кто привык проводить свои вечера в ресторанах, в кафе или в социальных сетях, выкладывая гламурные фотографии, тот и продолжает это делать. А кто привык выходить на баррикады по первому призыву своих лидеров, тот был вчера у здания парламента, но действительно как-то протест локализовался у законодательного органа, все потому, что митингующие ожидали, что в нем до сих пор оставались депутаты. Они хотели вынудить их аннулировать голосование в поддержку правительства Павла Филиппа. Мария, скажите, пожалуйста, какие основные глобальные причины этих протестов, этой революции, возможно, является ли это революцией? Почему люди против? Почему люди активно принимают все-таки участие? Ну, наверное, причины революции очевидны, и к ней власть, по крайней мере, должна была быть готова. Все социальные опросы фиксируют крайне низкий уровень жизни граждан, их крайне высокое недовольство властями, крайне высокое разочарование во всем, что называется процесс реформы, сближения с Евросоюзом. Политический класс на протяжении последних 6 лет использовал проевропейские лозунги для того, чтобы на выборах, будь очередных или не внеочередных, таким образом дискредитировав их. И вот теперь люди, кажется, пришли к пониманию того, что идеология — это все-таки второстепенная вещь, и судить власть нужно по результатам. Поэтому это на самом деле причины того, что происходит сейчас в Кишиневе. Крайне низкий уровень жизни. Массовые протесты стали набирать обороты позапрошлого года, в конце 2014 года, после того, как всему обществу стало известно о краже века, так называется, вывод из банковского сектора страны, около 1 миллиарда евро, который, долларов, простите, который
Просто исчез и до сих пор не могут найти виновных, несмотря на то, что проводят аудиты. Крайним сделали бывшего премьер-министра Влада Филатова. Он пока один из немногих, кто находится в заключении по данному делу. То многие отмечают, что его дело носит политический характер. Мария, как вы заметили, это не первые протесты за последнее время в Молдове. Как вам кажется, какие перспективы вот в этот раз, чего ожидать и какие могут быть прогнозы, чем это все может закончиться? Вот я отметила, что лидеры оппозиции сегодня объединились. Опасный момент заключается в том, что они объединяются не первый раз. Лидеры левой оппозиции на левом фланге играют Игорь Дадон и Рената Усата. Они объединяют свои усилия не впервые, но позже мы становимся свидетелем какой-то словесной, будто перепалки, других разногласий между ними. В этом заключается хрупкость момента. Если они сумеют сохранить это единодушие, которое мы наблюдаем сегодня, на более длительное время, тогда можно ожидать конкретных результатов. А если каждый через какое-то время начнет отстаивать свои партийные интересы, то, конечно, возможно, что протест будет слит. Сейчас важно сохранить координацию действий. Очень часто именно этого не хватало другой стороне протестного движения, гражданской, проевропейской гражданской платформы «Достоинство и правда». Очень часто лидеры этого протестного движения отличались тем, что делают разные противоречивые друг другу, противоречивые друг другу заявления, тем самым дезориентируя своих сторонников. Мария, а как средства массовой информации освещают конфликт? Достаточно ли информации, достаточно ли она объективна? Многие ведут онлайн-трансляции. Их можно найти на сайте, не только на телеканале «Журнал ТВ», который прекратил, которого отключили от вещания, да, накануне поздно вечером. Очень много иностранной прессы освещает события в Кишиневе. Это вся информация доступна в социальных сетях, поэтому недостатка в ней нет. Нужно только успевать нам, в том числе и местным журналистам, за происходящими событиями. Спасибо, Мария. Нагадаю, з нами на прямому скайп-зв'язку була Марія Левченко, журналістка, яка розповіла нам про те, що зараз відбувається в Молдові і чим зробила свій прогноз, чим можуть завершитися протестні настрої в столиці Молдови. На цьому я завершую. Залишайтесь на Громадському.